55 тысяч западноказахстанцев стали вкладчиками жилстрой Сбербанка. Мои коллеги продолжат тему. Семья Шатгалиевых постепенно обживается в новой квартире. Новоселье отметили всего месяц назад, поэтому еще не успели купить новую мебель. Но в доме тепло и уютно. Первый вклад в жилстрой Сбербанк Рафиля Шатгалиева внесла в конце 2014 года. И вот спустя 3 года они с супругом и 3 детьми стали хозяевами своей квартиры. Собрали 1,5 миллиона, и это банк нам заплатил еще госпремию один раз в год. Плюс от банка 2%. 20% госпремию, плюс от банка 2%. И получилось у нас 30% сумма, которая нам нужна. Мы очень рады, очень удобно. Это можно работать с этим банком. В рамках программы «НРЛО ЖЕР» по линии банка по всей стране уже сдано порядка 9 тысяч квартир. Только в Уральске в этом году 1000 вкладчиков отметила новоселье. В следующем году в регионе планируют строительство индивидуальных жилых домов. Выкупить их можно будет по цене 120 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Сегодня каждый казахстанец буквально может заключить договор, начинать накапливать, и система позволяет получить ипотечные займы по низким процентным ставкам от 3,5 до 5%. Кроме того, республиканский бюджет выделяет средства для строительства более доступного дешевого жилья в рамках программы «НРЛО ЖЕР». В следующем году в Уральске начнется строительство дома специально для работников 2 крупных энергетических компаний. Также по сниженной цене будут реализованы квартиры для сотрудников департамента внутренних дел. Асель Русалиева, Руслан Газизов, Канат Махмутов. Итоги дня. Уральск.